Хорошая погода еще не повод для того, чтобы рисковать своим здоровьем и подвергать опасности окружающих. Сегодня самарские полицейские провели рейд в парке Гагарина. В первой половине дня здесь были посетители, и все это несмотря на строгий запрет на посещение парков. Согласно постановлению 70, парк у нас входит в перечень мест, закрытых для посещения. Поэтому я сейчас прошу вас кратчайшим путем покинуть парк, воздержаться от посещения до 18 числа. Спасибо за понимание. Спасибо. До свидания. Полицейские также заглянули в городские аптеки и напомнили покупателям о необходимости надевать маски и соблюдать дистанцию не менее 1.5 метра. Девушка, здравствуйте. Вы знаете, что вообще в местах нужно ходить в маске? Да, конечно. Вот я их пришла приобретать. Спасибо. Все, хорошо. Спасибо. Самарские полицейские проводят подобные рейды регулярно. Они напоминают местным жителям о том, что в городе действует режим самоизоляции. Полицейские информируют граждан о необходимости соблюдения режима и правил личной безопасности. Напоминают об ответственности за нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Ограничительные меры в Самарской области будут действовать как минимум до 18 мая. Жителям по-прежнему необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию и режим самоизоляции. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.